Новости культуры. Завершился 12-й международный симпозиум художников. В мероприятии приняли участие мастера кисти из нашей страны, а также Узбекистана, Кыргызстана и России. Это первый визит в Казахстан члена Союза художников России Сергея Секирина. Мастер кисти был приятно удивлен природой, регионом, гостеприимством населения. Особенное впечатление на него произвело озеро Камбаш. Его он и изобразил на своем полотне. Очень понравились места, по которым нас возили. По своей природе для художника здесь на самом деле рай, потому что здесь можно искать себя, можно реализоваться как художник, потому что очень сложный рельеф, то есть степи, и тут очень много нужно придумывать, думать. И для художника это в плюс. Художники впечатлены 12-дневным туром по региону. Много родилось идей и тем. Свои наброски будущих картин они представили на выставке художественной галереи. На холстах изображены комплекс Коркайта-Ата, озеро Камбаш, городище Сыганак, Байконур. Отметим, международный симпозиум состоялся под знаком Года молодежи. Планируется проводить его ежегодно. Думаю, художники отечественные и иностранные получили большие впечатления от наших пейзажей. Они станут основой для их будущих полотен.